Какие основные проблемы получаются? Отопление, самое главное, и окна. Составьте смету, чтобы мы с вами за лето и время постарались найти решение. Мы говорили с вами, нам окна надо поменять, нам с вами надо ремонтную работу провести. Вы оценили весь этот ремонт, средства у вас поступили, поэтому надо завершить работу до 1 сентября. Те вопросы, которые больше всего беспокоят. А дальше следующими занимаемся.